Индийцы Маянг и Палки запланировали свадьбу уже давно и пригласили сотни гостей. Карантин нарушил все планы, но жених и невеста не стали отменять церемонию. Она проходит с соблюдением всех предосторожностей и почти без людей. Мы надели маски и продезинфицировали руки. Мы также соблюдаем дистанцию. Мы пригласили только ближайших родственников. Здесь только они. Больше никого не звали. Главный день в жизни Маянка и его возлюбленной не стал красочным и грандиозным праздником, но все равно не утратил очарования. Для индийцев свадьба – значимое событие. Церемония длится несколько дней и наполнена множеством традиционных ритуалов. Свадьба обычно оплачивает сторона невесты, а жених дарит дорогие подарки. На празднование приглашают сотни, а иногда и тысячи гостей.